Засыпает прибрежный песок, порох пушек зеленых ничто прогреметь не заставит. Равнодушье морей, для которых столетия не срок, осыпает мореных бортов приходящую славу. Корабли стоят в порту. Я видел корабль. Я видел корабль. Он появляется на закате, когда лучи преломляются перламутром. Он появляется вовремя, то есть не поздно, не рано, когда земля остывает, а не нагревается утром. Я видел корабль. Я знал команду каждого. Я мог бы зато поручиться. Ублюдок на рейде стоит. Ну ладно, отчаянно. Рыбы молчат и чирикают птицы. Кок, мохнатый, как обезьяна, готовил из рук вон плохо. Волосы в супе, в тушеной говядине и в стакане. Он умер, когда выходил из камбуза за горохом. Боцман, охочий до рому, не мог заполнить нормально ни одного имени даже. Продал в таверне подаренный капитаном компас. Сдох, подавившись пьяну овсяной кашей. Юнга, прилежный малый, стыдил с вожделением за тем, как сношались в порту матросы. Его ненавидел боцман. Ему проломили бутылкой голову в одном захудалом баре. Судовой доктор, как корабельная крыса, злой, голодный и одинокий, не любил капитана, закрывшись в каюте, вел какие-то списки, он отдал концы, не рассчитав дозировку морфия. Тралмастер любил издеваться над юнгой, когда с боцманом надирался дешевой водкой. Кают-компании пела каких-то там небелунгах. Ему в темноте перебило хребет лебедкой. Канонир взят был на борт по ошибке. На грузовом корабле отродясь не водилось лафетных орудий. Любил подкармливать остатками пищи рыбок. Теперь кормит рыб покрупнее, свалившись за борт судна. Капитан часто был в печали, он любил выходить на палубу к носу, где волны тоньше. Он пытался услышать то, что ему сообщали чайки. Капитана повесил на рее его помощник. Доски на шхуне скрипели, как стая больных гусей. Трюм частенько затапливало соленой жижей. Матросы слонялись по палубе навеселе. Каждый из них никогда и не был пристыжен. Экипаж и корабль навряд ли войдут в историю. Все выжившие станут кормом для воронья, души которых сожрало, но обязательно выплюет море. Команда. Команда, имя которой я. Супер. А в продолжении все те, кто остались в живых в этом эпизоде, будут завидовать тем, кто уже мертвый в следующем. А рядом в порту стоял другой.